Открытие стадиона «Динамо» в июне 1934 года создало новый виток футбольной истории Беларуси. Поле нестандартных размеров, зрелищные матчи моментально стали самыми посещаемыми локациями страны. Продиктованная популярностью реконструкция стадиона вскоре позволила повысить вместимость спортивной площадки на 12 тысяч мест. В послевоенном городе стадион с футболом стал самым востребованным местом. Расширенная территория стадиона, новый забор с символикой Олимпиады 80, центральная трибуна, новые большие осветительные мачты с прожекторами и, конечно, факельная чаша для олимпийского огня. Такой была подготовка к матчам футбольного турнира летних Олимпийских игр 1980 года. Приезжали к нам представители Совмина или ЦК, то они говорили, вот после ваших игр увеличивается производительность труда в сельском хозяйстве, на производстве, то есть давайте, ребята, в том же духе. И нам было, конечно, всегда приятно, когда стадион заполнялся битком и действительно там 50 тысяч, 40 тысяч всегда ходило. До 2009 года домашние матчи на стадионе проводила Минская «Динамо», а затем уже клуб «Батэ» использовал спортивную площадку в качестве домашней арены во время игр группового этапа Лиги чемпионов. Легендарные стали ничья борисовчан с Ювентусом со счетом 2-2 в 2008 году и сенсационная победа над мюнхенской Баварией в 2012. Это поражение так и осталось единственным в сезоне для Баварии, ведь именно она в итоге выиграла Лигу чемпионов. Именно на Минском стадионе «Динамо» были ярчайшие игры динамовской команды. И плюс сборная тоже уже Беларуси играла ярко. И стадион «Динамо» он, это какая-то вот такая мекка была всегда и для болельщиков, и лучше всегда матчи там проходили, я считаю, яркие. Потому что когда столько приходит болельщиков битком стадион, то футболисты сами понимают, что играть плохо нельзя. С тех пор, как стадион «Динамо» закрыли на реконструкцию, Минск не видел большого футбола. Ни тебе игр сборной, ни выступлений «Батэ» в Лиге чемпионов. Спорт переехал в Борисов, где в 2013 году открыли новёхонькую «Борисов-арену». А вот обновленная футбольная площадка на главном стадионе страны – то самое большое подспорье, чтобы вернуть и большой футбол, и болельщиков, и лучшие команды мира в нашу столицу. Елизавета Крошинская, Алексей Шаплов. Наше утро.